Ну что ж, Нуркан Тайван не стала бороться с Дженни Катериной Пагляро, отдала ей первое место в сумме двух упражнений, и сейчас будет попытка подойти, поднять 98. В случае успеха Нуркан Тайлан выйдет на вторую строчку по сумме и на первое место во втором упражнении в толчке. Нет, нет. Ну что ж, силы не те. Часто мы видели, как спортсменки после дисквалификации выходят и, ну, такое ощущение, что сил нет. Ну, это понятно. Скорее всего, какое-то время не тренировалась и уже...